Друзья, всем привет! Ко мне сегодня пришла посылочка. И ко мне. С суккулентами. У нас началась суккулентомания. А все началось, знаете, с чего? С литопсов. И пошло-поехало. Так что давайте смотреть, что у нас в посылке. Алина у меня отбирает. Ну, давай. Куда же без туалетной бумаги? Алина, кстати, тоже полюбила суккуленты. А ну, расскажи, почему ты их так полюбила? Потому что за ними не надо ухаживать. Понятно. Нет, за любым растением надо ухаживать, но... Они требуют этого меньше всего. Да, главное посадить подходящий субстрат, ну и вспомнить полить. Ой, класс. Это иониум. Ой, я шестерку не заказывала, я семерку заказывала. Это эониум шварцкоп черненький. Пока он не очень черненький, давай дальше. Это водоросли. Это бонус. Все, я поняла. What you say? Что бонус вывалился. Так, это, я так понимаю, бонус, потому что я такое не заказывала. Ой, уже закрыла рот. Это, я так понимаю, бонус, потому что я такое не заказывала, но я видела, там были такие... Это какая-то разновидность красок, что ли. Ну, симпатичная, пусть будет. Это мое. Ой, красивый. Угу. В горшочке. Эхверия. Да? Я ее называю эхверия. Угу. Ой, там есть детка. Вот эта зелененькая маленькая. Деточка, да. Все камушки пособирай. Ой, ну красивая, действительно. Зубы повыпадали. Вот этот белый налет трогать нельзя. Хотя тут уже потрогали. Но это не я. Угу. Каждый за лапов. Я узнала, что его трогать нельзя. Да. От Геннадия. Да, кстати, Геннадий, привет. Ребенок смотрит каждый день видео. Тоже камушки тебе сыпаются, да? Угу. Так, не, не закутывай, а все равно нет. Ну, просто капуста, конечно, просто сыл. Еще один эониум. Мне очень понравились они. И понравились из-за того, что их можно формировать. Растет она прекрасным таким кустиком или деревом. Это пальма. Да, эониум шварцкопф. Пальма, что вы понимаете? Ну, кому пальма, кому эониум. Пальма это тому, кому надо на море, на Мальдивы, на пальмы смотреть. Томительная в распаковке, это распаковка долгая. А, да, это темненькая. Тоже мое. Она там хоть живая. Когда много намотки. Длительная распаковка. Ага. Б тоже витамин. Хочется смотреть.
подмученная, конечно, она чуть-чуть присохла или что. Ну ничего. Суккуленты же они же неубиваемые. Так что ничего страшного, что она там в посылке проколбасилась. Ну, еще какой-то его не... Вот мой 7-й ониум. У нас 3 ониума. Алина, мы сделаем садик. Правда? Mm-hmm. Давай высадим их в какой-то это. Будет целых 3. И сформируем потом что-то такое красивое, да? Mm-hmm. Да, точно. Спасибо огромное продавцу. Все дошло в целости и сохранности. Спасибо большое за бонусы. Бонусами оказались вот эта вот красула. И еще один эониум. Вот этот 6-й номер, я его не заказывала. Так что спасибо огромное. Мы очень-очень рады. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.